На дворе минус 23. Вот у нас есть две такие машины во дворе. Попробуем, как они заведутся. Это у нас Renault Docker дизель. А это у нас 11-я. Вот попробуем, что с этого получится. Вот как снег хрипит. Сейчас проверим, чего лучше заводится. Здесь у нас 95-й. Здесь у нас дизель зимний. Итак, сейчас посмотрим. Заводи! Минус 23. Вот так завелся УАЗ. Ну, довольно быстро. Хотя и сутужно. Так, сейчас попробуем чудо Рено. Итак, повторюсь, на улице минус 23. Лада только что завелась. Я бы сказал, довольно быстро. Сейчас попробуем, что скажет Renault. Влади 95. Здесь зимняя солярка. Оп. Так. Разбудим аккумулятор дальним светом. Ага. Что-то я тупанул. Одной рукой неудобно. Пару раз свечи накала. Пробуем. Вот так завелся Рено. Приятно. Будут вопросы, задавайте. Отвечу. Машина уже прошла почти 50 тысяч. Так что рассказать есть о чем. Всех с Новым годом. До встречи.